Если у кого-то получится в основное время это сделать, Моисеенко тащит Виктор, но очень близко шайба, и она влетает в ворота. Влетает в ворота Немана, 3:37 до сирены, двух воротами, Моисеенко уже на льду. Чадис никак не покидает пределы площадки, самоотверженно бросается под нее хоккеисты Немана, и все-таки влетает она в ворота, все-таки влетает, 3-3. Направо передача. И еще одна шайба. Да, знаете, такая очень спокойная, немножко даже решат забрасывать шайбу. Еще один бросок от Левшуновой. Не зафиксировал шайбу голкипер, и 3-0 что-то становится. Друзья, ну, немножко курьезная у нас шайба, честно, я по-другому сказать не могу. Бросок поворотом Соловьева на месте голкипер оказывается. И можно вылезать на ближнюю. Бросок и гол. Хорош. Здесь Ладутько оказался, 69 номер.